Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Геннадій Гудков, російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці. Геннадій Володимирович, приветствую вас. Да, я также приветствую вас, Алена, и приветствую, конечно, всех тех, кто нас видит, слышит и будет с нами в эфире. Я до всіх наших глядачів звертаюся традиційно, будьте активними, підтримуйте це відео своїми вподобайками, коментарями та поширеннями, так само не забудьте підписатися на нашу YouTube-платформу. Геннадій Володимирович, хочу начати нашу сьогоднішню бесіду з вами з заявлення глави ЦРУ Бернса. Он сказал о том, что Россия могла применить тактическое ядерное оружие после наступления вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году. И вот, собственно говоря, что он говорит, прямая речь. Осенью 2022 года был момент, когда, на мой взгляд, существовал реальный риск возможного применения тактического ядерного оружия. Президент отправил меня на встречу с нашим российским коллегой Нарышкиным в конце 2022, чтобы ясно дать понять, каковы будут последствия такого рода эскалации, и мы продолжали прямо говорить об этом. Я не думаю, что мы можем себе позволить быть запуганными этим бряцанием оружием или угрозами, но мы должны учитывать эти риски. Конец цитаты. Вот такую оценку событиям осени 2022 года дал Бернс, и при этом, знаете, Путина он в этом интервью назвал, цитата, «хулиганом». Скажите, пожалуйста, вот если мы вспомним осень 2022 года, в октябре был такой высокий риск и интенсивность ядерных угроз со стороны России. После этой встречи, о которой говорит Бернс, все это пошло на спад. Почему Бернс сейчас решил об этом рассказать, как считаете, и учитывая то, насколько опять активизировалась ядерная риторика в Роспропаганде, насколько сейчас далеко может зайти Россия? И те аргументы, которые Бернс приводил в 2022 году, подействуют ли они сейчас на Путина? Ну, давайте начнем сначала с дефиниции. Бернс назвал Путина хулиганом. Ну, лучше бы он сказал, озорной парнишка такой. Ничего, парень, ну такой озорной, шаловливый. Ну как он может назвать террориста, палача, хулиган? Мы знаем, кто такой хулиган. Вот с хулиганом-то можно еще работать, а вот с палачом, кровавым убийцей, человеком, который отправил на эшафот сотни тысяч людей, с этим человеком нельзя. Так, либеральничать. Хулиганы. Да. Озорнишка. А Бернс либеральничает, как считаете, вот в этих разговорах, даже в 2022 году, когда он летал? Я не знаю. Я сейчас второе. Был ли риск применения ядерного оружия? Мне кажется, что нет. Ну, опять-таки, я могу ошибаться. Почему? Потому что в тот момент, хотя я не буду сейчас брать, может быть, там как раз это совпало, потому что, когда там возникла такая вот эта, опять-таки, риторика, ядерная риторика, то Путин получил три предупреждения. Первое предупреждение он получил, если вы помните, от Бориса Джонсона, тот был тогда еще премьер-министром, и он сказал, что Британия не будет дожидаться согласия союзников, вместе с ними она ударит ответным ядерным ударом. Это было первое отрезвляющее заявление для Путина. Потом действительно стояла встреча Бернса на Рышкина. Вполне возможно, что он объяснил, какая будет ответная реакция Запада, и будет ли она эта реакция касаться лично Путина. Я думаю, что именно так там и была выстроена беседа. И потом, если мы помним, с вами было еще предупреждение от китайцев, которые там, так сказать, на своей передовой газете, самой массовой и важной, ЦК КПСС, опубликовали о том, историю, рассказ о том, каким располагает сейчас западная цивилизация оружием, которое пробивает любые укрепления на глубину до 2 километров. То есть в бункере предупредили Путина, что он не спасется, китайцы. Да, да. То есть они вот мягко сказали, что, Володь, ты, конечно, можешь там думать что угодно, но все твои укрепления 350, максимум там 400 метров, они все уязвимы. Не выживешь. И после этого как бы ядерная риторика действительно пошла в этот момент на спад. И я не исключаю, что Бернс не обманывает, но почему он сейчас об этом заговорил? Я думаю, что подчеркнуть, вот как бы, то есть, избирательный процесс, надо как-то сказать, как мир спасен от ядерной катастрофы, кто это сделал, это сделала администрация Байдена, это сделали демократы, и мне кажется, это заявление, оно и носит именно вот этот момент, почему они сейчас об этом заговорили. Я не исключаю, что оно так и было, но можно об этом было сказать и сразу,
Вот, и не исключаю, что это было. Но сейчас это все-таки носит такой характер, привязанный к избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Ее, вернее, финалу. Собственно говоря, сегодня там 8 сентября. И, естественно, осталось до выборов меньше 2 месяцев. Октябрь, наверное, да. Поэтому сейчас идет ход все. То есть, типа, вот мы спасли цивилизацию от ядерного оружия. Мы его пока не спасли. Давайте так говорить. По-честному. Потому что бряцание ядерным оружием продолжается. Глава Роскосмоса, Росатома договорился до того, обвинил, значит, Украину в подготовке, значит, ударов по Курской атомной электростанции и сказал, что это будет такая катастрофа, что там мало никому не покажется, и Польша, и Чехия, и Турция, и Болгария, и так далее, все они будут терпеть серьезнейшие последствия вот этой атаки на Курскую атомную электростанцию. О чем это говорит? Это опять бряцание вот этой вот ядерной угрозой. Понятно, что Украина и не помышляет о том, чтобы нанести удар по ядерным объектам. Более того, мы знаем, что Россия, захватив Запорожскую атомную электростанцию, как раз к этому склонна. И именно Россия взорвала дамбу, которая там смыла хрен знает сколько людей и изменила климатическую ситуацию. Именно они это делают. И именно Россия устроила там и пожары, и какие-то там провокации на Запорожской атомной электростанции. То есть они занимают позицию абсолютно вот геббельсовскую, не побоюсь этого слова. Делай сам, и то, что ты делаешь сам, приписывай это своему противнику. Поэтому ситуация такая, что если сейчас Запад не будет жестко предупреждать Путина о недопустимости применения ядерного оружия, оно действительно может применено, предположим, в Курской области. Геннадий Владимирович, Запад в лице кого? Опять же, тут сейчас Донс будет беседовать с Нарышкиным, Си Цзиньпин, ну, вы говорите о Западе, а Си Цзиньпин, вот будет ли он, слышит ли он сейчас эту ядерную риторику, будет ли он как-то на нее реагировать? Слышит, они не очень хорошо на нее реагируют. Они не очень вообще хорошо реагируют на заключение России стратегического соглашения с Северной Кореей. То есть они там безраздельно командовали, управляли этой страной. Сейчас отмороженные руководства, всякие эти династии Кимов и все эти прочие, получили еще одного союзника в лице Путина, который так же, как и Китай, обладает всякими ядерными технологиями. Мы знаем, что корейцы заканчивают строительство атомной подводной лодки, мы знаем, что они активно работают на системе наведения баллистических ракет и много-много чего другое делают, что они могут сделать сотрудничество уже не с Китаем, а с Россией. Это их тревожит. Китай занимает позицию очень простую. Я об этом много раз говорил в эфире, повторюсь еще раз. Они имеют стратегическое, огромное, гигантское преимущество. Это 1,5 миллиарда китайцев, которые живут как в Китае, так и по всему миру. Ну вот, мне довелось поездить все-таки по странам мира за свою жизнь. Я все-таки видел огромные чайна-тауны. В каждом крупном мегаполисе, в каждом крупном конгломерате во всех странах. Что Китай располагает большим влиянием не только внутри страны, но я имею в виду на какие-то там действия, но еще внутри практически каждой страны, где существуют очень большие китайские диаспоры. Ну, например, мне там доводилось побеседовать с руководством полиции Лос-Анджелеса, да, и они говорят: слушай, ты, ну так, у нас такой разговор уже перешел на всякие приколы и прочее. Он говорит: слушай, ты знаешь, у нас, говорит, мы достигли, говорит, фантастического результата. Было достаточно давно. А я говорю: какого? А у нас, говорит, мы побороли смерть, значит, в китайском населении. Я говорю: опа, вот это интересно, они взяли подробнее об этом опыте. А он говорит: у нас уже, говорит, практически там 15 лет никто из китайцев не умирает. Ну и смотрит на меня, чтобы я там задавал наводящие вопросы. Я говорю: ну хорошо, рассказывай дальше. А что, говорит, рассказывать? Они как-то там сами регулируют это. Один паспорт, значит, умершего китайца передают другому. Для нас они там все на одно лицо. Типа мы, в общем-то, делаем вид, что мы этого не замечаем. Но они там, значит, выполняют наши требования. Такая договоренность у нас есть. Потому что у нас, говорит, очень большая диаспора. Вот прямо там, в Лос-Анджелесе. Я почему этот разговор вспоминаю? Потому что у Китая огромное влияние через людей. И поэтому Китай не хочет сосредотачиваться на ядерной риторике, которая в случае действительно применения ядерного оружия лишает его стратегического преимущества. Когда начинается ядерная война, неважно, сколько у тебя населения. Миллиард, 100 миллионов, 50. Все зависит от мощности и плотности нанесения ядерных ударов. В общем, население, к сожалению, от этого не защищено.
Поэтому Китай не хочет, чтобы ядерная риторика ставилась во главе геополитических стратегий, интересов, чтобы она была доминировала в каких-то военных вопросах. Типа вот ядерное оружие есть, но это как бы надо за рамки, забыть про него. Оно там есть на какие-то экстренные случаи. А вообще мы должны про него забыть и решать вопросы с помощью конвенционального оружия, а вообще лучше, так сказать, и без него. Вот это позиция Китая. Он, конечно, не будет там Путина осуждать, Китай не будет наносить удары по России там и так далее. Но Китай может предупредить Путина, что мы этим недовольны. И мы не хотим, чтобы ядерная риторика вся стала доминирующей в текущей войне. Вот, собственно говоря, позиция Китая. А кто должен предупреждать? Вы мне задали вопрос. А кто может предупреждать? Британия, Франция и США. И все. Вот эти три страны должны сказать Путину. Сделай что-то там на территории, за пределами своей страны. Или там, не дай бог там. Мы с тобой разберемся. Ну, понимаете, я вот думаю, что... На такое жесткое предупреждение сейчас руководство из этих стран, как сделал в 22-м году Борис Джонсон. Нет, я вот этого не вижу. Не вижу. Единственное, что меня вдохновляет, это вот расследование досье, которое вышло по путинской второй семье. Угу. А какая вот, связь? А вот простая связь. Ну, я имею в виду семья Кабаевой, двое сыновей. Значит, они находятся в условиях, когда там от них пылинки сдувают. И неужели Путин подставит их под ядерный удар? Вот, то есть, вот и дочери, которые там по всей Европе и летают и ездят, и, значит, Алина Кабаева с сыновьями и так далее и тому подобное. У нее еще есть небрачные дети. То есть, я думаю, что вот это личное должно удерживать Путина от применения ядерного оружия, потому что выжить в этих условиях, и у него тоже будет минимальный шанс. Его именно как волка начнут там травить по всему миру и пытаться его убить. Вот, поэтому я должен понимать. В этом смысле вот меня расследование, с одной стороны, конечно, шокировало вот этими гигантскими бешеными миллиардами, которые тратятся там на несколько человек семейных. А с другой стороны, я так понимаю, что умирать они совершенно не собираются. И он не собирается подвергать их жизнь риску. Но это, может быть, единственная хорошая новость из этого расследования, которое обнажило всю вот эту безумную воровскую сущность самого Путина и членов его семьи, которые там... Ну, Путин вообще считает Россию своей собственностью. Вот это первый вывод, а второй, он очень боится нанести ущерб своим членам семьи, подставить их, чтобы их там убили, чтобы они сгорели в пламени какого-то взрыва и так далее. Поэтому это, может быть, не единственная положительная новость из этого расследования досье. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что точно не собирается ими рисковать. Вот. Так что ядерная риторика должна постоянно пресекаться политическим эстеблишментом стран ядерного клуба. Их всего три по стороне Украины. Это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания и Франция. И эти предупреждения должны носить конкретный, реальный и устрашающий характер. Геннадий Владимирович, а о семье Путина, об этих двух его сыновьях, которые изолированы от внешнего мира и вообще он их никому не показывает. С чем связана эта вся секретность? Ну, с чем связана? Он всего боится. Путин, на самом деле, всего боится. Народа боится, окружения своего боится, корреспондентов боится. И поэтому он старается это все скрыть. Скрыть у него это не получается. В результате это мы видим, что тщетные попытки скрыть там свои всякие семейные и прочие отношения, всех этих своих жен, любовниц и так далее, дает обратный эффект. Всем жутко интересно и любопытно, а что же он скрывает и почему. Поэтому, ну, я думаю, что это страх. Это страх, что вот что-то случится, произойдет, потому что он столько принес зла всем людям, стольких людей он оставил там, столько людей убил фактически по его команде. Только оставил сиротами, калеками и так далее. Но та же семья, в которой мы сейчас вот смотрим, что произошло с семьей во Львове, да, когда там три дочки, мама, счастливый папа, и вот остается один папа. Это же, мы же понимаем, что человек будет мстить всю жизнь. И имеет на это право. Вот, поэтому вот я думаю, что он этого всего боится, отмщения. Боится ли Путин своих силовиков? Боится.
но опирается на них. И создают системы безопасности, которые предотвращают заговор силовиков. Ну, по крайней мере, снижают риски. Я не думаю, что это ему будет удаваться всегда. Но пока, вот, как мы видим, он с этой задачей справляется. Конечно, боится. А он больше как ему еще? А кому? Кого еще ему бояться, кроме как силовиков и ближайшего окружения? Он их боится больше всего. Потому что понимает, что в отличие там, от всяких злопыхательств, там, пожелания ему смерти со стороны там, мирового сообщества, это все слова. А тут могут быть действия. Поэтому, конечно, он боится тех, кто его окружает в первую очередь, а так как его окружают силовики и ближайшие его сподвижники, подельники по войне, конечно, он их боится больше всего. Просто представьте ситуацию, что Патрушев решил, ну, условный Патрушев, решил выйти из игры. Договорился через напрямую с Бернсом, то есть с президентом США, через него. И сдал Путина. Куда-нибудь в Гаагу, условно. Или еще что-то. Может, такой, а такой сценарий возможен? Или это вы гипотетически предполагаете? А почему нет? Особенно, когда будет нарастать риск ядерной войны. Когда вот эта риторика там... Ведь пока еще, давайте там по-честному, пока риторика. То есть вот эти все хранилища ядерного оружия, я уж не помню сколько, 24 там, есть там федеральные, есть регионы, в смысле главные хранилища, есть там второго плана. Они все находятся под контролем техническим спутниковым там и так далее и тому подобное. Пока никто не фиксировал никаких реальных приготовлений к даже маневрам этого ядерного оружия. Пока никто. То есть речь идет о том, что пока это блеф чистой воды, но все же следят, если только от блефа перейдет к подготовке, то эта информация немедленно станет известна ближайшему окружению Путина. Они будут понимать, что выживший из ума диктатор действительно серьезно думает о применении ядерного оружия. И это может нести колоссальный риск для их друзей, семей, родственников, детей, внуков и так далее. Это будет серьезное обострение внутренней ситуации вокруг Путина. Геннадий Владимирович, глава украинской разведки Буданов говорит о том, что в ближайшие два месяца в России будут серьезные замены в силовом блоке. Скажите, пожалуйста, кого они могут коснуться и с чем они могут быть связаны? Потому что, с одной стороны, говорят о том, что тот же, допустим, Нарышкин, он просится в отставку уже, Бортников просится в отставку. Ну, с возрастом и нежеланием дальше, так сказать, подвергать себя опасности. Я думаю, что Нарышкин может проситься в отставку. Я Нарышкин очень... Я думаю, что он даже сам не знает, как много лет я его знаю. Вот, и я думаю, что Бортников уже в возрасте, и там у него тоже есть свои все эти проблемы. Ну, просто чисто такие вот поколенческие, физиологические процессы там идут, когда надо менять руководство. Но я думаю, что Путин не очень желает больших перемен, потому что все это опасно. Тут уже он, как говорится, этих он знает, чего от них ожидать, чего от них не ожидать. Хрен знает, что там ожидать от тех, кто придет на смену тем, кого он уже знает и проверил в течение многих лет взаимодействия с собой. Я не думаю, что там он будет щедро раздавать новые должности новым силовикам. Все-таки если этот процесс пойдет, он пойдет довольно плавно и медленно, на мой взгляд. Дональд Трамп признался, что сильно был оскорблен, когда Путин сказал о том, что будет выражать поддержку Камале Харрис. На Восточном экономическом форуме, когда ему задавали вопрос о том, а вот Байден, раньше же ведь Путин сказал, что Байден для Кремля, для России более понятен, чем Трамп, поэтому они вот собираются поддерживать Байдена. Байден сейчас, значит, уступил место Камале Харрис, и Путин сказал, ну, раз Байден уступил место Камале, значит, мы Камалу будем поддерживать. Скажите, пожалуйста, чем такая риторика Путина продиктована? Вот. И вот этот обмен любезностями. Путин будет поддерживать Камалу Харрис, Трамп оскорблен и обижен. Это политическая игра или это может соответствовать действительности? Я думаю, что это соответствует действительности. Я давно слышал еще, когда Байден был кандидатом, что для Кремля Байден более приемлем, потому что он более предсказуем, а Трамп, может быть, его непредсказуемость, его, так сказать, этими конниками, которые он постоянно выкидывает, они были более опасны. Я такую точку зрения слышал от прокремлевских товарищей, ну, понятно, что информация доходит.
И мне прямо говорили, что а что ты думаешь, что мы там хотим Трампа? Да нам был приятель, нам менее опасен Байден. Ну, мы уже знаем, он уже там, как говорится, глубоко не пашет, старый конь, вот. Может, он и борозды не портит, но глубоко не пашет. Поэтому мы не ждем никаких перемен, будет Байден, и хорошо. А с Трампом-то еще, мы еще не знаем, как там все это карты нягут. Такая точка зрения давно-давно она сформировалась, а уж тем более, когда сейчас произошла смена караула кандидатов в президентах от демократов, то, и, видимо, они сделали прагматический такой вывод, что Трамп непонятно как, да и шансов у него стало меньше, а чего нам ставить на лошадь, которая, так сказать, скорее всего проиграет. Поэтому Путин решил вот на такой шаг. Это тоже неплохо. Это тоже неплохо, если Трамп начинает чувствовать себя обиженным, значит, оскорбленным. А почему нет? Прекрасно. Прекрасно. Только в плюс работает общему делу. Правда, там общего дела пока мы не видим, общей стратегии. Но, тем не менее, все-таки есть надежда, что когда-нибудь это все-таки появится. Понимание, что, как сказал Байден, Путина нельзя оставлять у власти. Вот Байден сказал 2 недели спустя начало войны. Это были самые правильные и самые точные слова в отношении стратегии к России. Путина нельзя оставлять у власти. Это все. Но, к сожалению, потом, а вот можете оставлять, а вот можете еще и переговорить, а вот можете еще ублажить, а может ему дать там Кемскую волость, а может ему Судеты дать, а может еще чего-то. Ну, то есть мир пошел там, так сказать, думать о том, что они повторить нам Мюнхен 38, а вдруг в этот раз поможет. Ну, вот я думаю, что не поможет, но это мое мнение. Умиротворять агрессора нельзя. А уж когда там об этом заявляют о необходимости переговоров, в том числе ваши послы украинские, мне кажется, это... Ну, я понимаю, что, может быть, это, как говорится, из лучших побуждений, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но это вдохновляет Путина на дальнейшие жестокие действия в отношении Украины, продолжение войны, мобилизации и так далее и тому подобное. Потому что он понимает, что чем сильнее он давит, тем больше показывает непримиримость, готовность воевать там до последнего россиянина, тем больше шансов, что его признают и пойдут с ним на переговоры. Такая, в общем, ситуация критическая, поэтому, может, и неплохо, что Байден обиделся. Это хорошо. Нет, это точно. Трамп. Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот раз уж вы о переговорах заговорили, почему так часто в последнее время в своих публичных выступлениях вот эту тему переговоров начинает озвучивать Путин? Чем это продиктовано, как считаете? Его определенными успехами. Он продолжает наступать, он продолжает там захватывать какие-то кусочки территорий, он хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и заявить о том, что задача войны выполнена, это наша территория, и начать расторговывать территории, получив в обмен признание свое и признание косвенной Крыма. Тогда будет победа Путина. Тогда он сохраняет свою власть надолго. Вот мы все проигравшие, особенно российская оппозиция, та, которая с Путиным начала бороться гораздо раньше, чем все это произошло. И сохраняется огромная возможность рецидива войны в Европе. Поэтому Путин этого хочет. Он хочет увидеть себя победителем над всеми. Я победил НАТО, я победил Америку, я победил Европу, я победил Украину. Они вынуждены признать нашу силу. Они ничего не смогли противопоставить, потому что наше мужество, наше единство, сплочение народа вокруг вождя дало тот результат, который мы с вами имеем. Они признали свое поражение. Вот примерно к чему он готовится, какую риторику он готовится, призывая к переговорам. А то, что там Курская область захвачена частично, ну, как-то мелкие неприятности, которые потом будут устранены на переговорах. Я отдам Запорожье и Херсон, а получу взамен возврат Курской области и признание всего того, что я уже захватил. Вот, собственно говоря, его план такой, что-то, прозрачный план, совершенно, так сказать, никакого секрета тут нет, что он хочет. И если мир ему сейчас это даст, он получит диктатора на какое-то очень большое количество лет. Путин не собирается помирать, Путин следит за своим здоровьем, Путин дал команду стырить все методики, которые позволяют увеличить
срок жизни, такие сейчас методики появляются. Они, правда, там экспериментальные. Стырить у кого? У Запада? Ну, а у кого же еще можно стырить? Когда я работал в КГБ СССР, это были последние годы Советского Союза, у нас существовало управление, которое занималось кражей всяких секретов, технических, технологических и так далее. Каждому сотруднику была поставлена задача, если ваша там агентура, люди и так далее могут что-то спереть на Западе, это надо сделать, и мы поможем это, так сказать, сделать тем людям, которые таким возможностям располагают. Каждому сотруднику была дана такая задача, поставлена, как, ну как, в общем, не вот что там, бросай все, занимайся этим, но если у тебя есть возможность, мы от тебя этого ждем. Это еще было во времена СССР, и там было создано целое управление по хищению там технических, технологических и прочих секретов на Западе. А что вы сейчас, что это вас удивляет? Просто этого не знаете? Я это знаю. Это всегда было. Если не можем разработать, надо украсть. Вам же Путин сказал, мы тут вот, они тут чего-то, а мы тут цап-царап. Он же говорит в своей речи. Что это такое цап-царап? А мы украли его. И он сейчас вот дал команду, ну, стырить, доработать технологии по увеличению срока жизни, поэтому он собирается жить вечно, в отличие от нас с вами. А раз он собирается жить вечно, то при переговорах с Путиным, при признании его победы фактической, мы обрекаем на то, что Россия остается на долгие годы под его властью. Он не может управлять страной ни в каком виде, кроме как либо подготовки к новой войне, либо ведения этой войны. Значит, нам гарантированы войны через несколько лет, после, там, не знаю, какое время пройдет, год-два, гарантированы войны, который будет вести Путин для того, чтобы сохранять свою власть внутри страны. Все очень просто. Все настолько банально просто, что я удивляюсь, там какие-то сидят аналитические институты, там сотни сотрудников чего-то пишут, чего-то они там думают, какие-то делают выводы. Ну, слава богу, что иногда делают правильные выводы. Вот, настолько все понятно. Ты можешь даже вот эти деньги сэкономить, отдать там на приобретение очередного F-16 или еще чего-нибудь. Так все понятно. Знаете, как вот анекдот. Советский мужик раздает на Красной площади листовки, его хватает, тащит у него колоток, а у него чистые листы бумаги. Чистые листы. Я говорю, слушай, ты чего там, типа, мы тут тебя тащим, мы-то это самое, а ты какую-то фигню там, что ты раздаешь? Он говорит, а что писать-то, и так все ясно. Понимаете, и так все ясно, все прозрачно. Каких бы секретов таких вот больших-то, их на самом деле нет. Что ж понятно, что хочет Путин. Все понятно, на что он готов пойти. Мы знаем сейчас о подготовке этой новой мобилизации. Мы примерно понимаем, когда она может состояться. Все-таки считает большинство и наших, и прочих экспертов, что это будет ноябрь. Если ситуация там резко не поменяется, худшую для Путина сторону. Вот, то есть он показывает, что я безумен. А я вот, мало того, что у меня там Медведев говорит каждый день о применении ядерного оружия, я еще мобилизацию объявляю там на 500-600 тысяч минимум. Вот, поэтому вы со мной этим не справитесь. Я вот там наладил производство снарядов, мин, ракет, чего-то еще там, пушек, техники какой-то. Вот я буду воевать, у нас сейчас раскручивается маховик военно-промышленного комплекса, вы меня не остановите. И Запад говорит, ну нахрен, давай-ка с ним как-то договоримся, что он там, Судетскую область хочет, да пусть забирает. У нас этих Судетских областей, ну не у нас, а у Украины. Ну и ладно, черт с ним. Но мы знаем, чем кончилась передача Судетских территорий Гитлера. Мы знаем. Слава Богу, что нашлась воля политическая, но слава Богу, что Черчилль нашелся в Британии. Он все-таки был главным. Он проявил невероятное упрямство и твердость. Чудовищный был риск для него. И он выиграл. Как бы так сказать, вот выиграл с точки зрения определения главной стратегии войны. Не давать агрессору никаких поблажек. И прийти в бункер и, значит, переделать Германию на новый лад. Вот это была великая роль Черчилля. Я понимаю, что там у всех свои недостатки, проблемы, и я знаю, мне там пишут. Вот такого человека сейчас нет. К сожалению. Если бы он был сейчас в Украине, нужно было, я извиняюсь за это слово, завалить самым современным передовым оружием. Обеспечить ей преимущество. Не паритет, не возможность защищаться, а преимущество для того, чтобы одержать победу над путинским кровавым, фашистским, абсолютно, так сказать, режиму. И где это оружие? Что там Рамштайн сделал? А мы вам пипеточные, будем пипеточкой, да? Пипеточные помощи. Капельно-пипеточная помощь оказывается Украине для того, чтобы Путин ее дальше не захватил.
А как деоккупировать территорию будем? Никак. Значит, вы что, хотите Путину отдать эту территорию? Мы политически будем его давить. Ну, давите. Только он не понимает никакого языка, кроме языка силы. Имейте в виду. И переводчики вам тут не помогут. Никакой язык Путин не понимает, кроме языка силы. Так же, как и Ким, так же, как и Иран Хамини, так же, как и многие другие диктаторы, никакого языка не понимают, кроме языка силы. А язык силы, он имеет обыкновение доходить через органы чувств. Через лоб, через зад, через еще чего-то такого. Когда вот там дашь сильный лоб, сразу идет понимание вот этого языка. А ему сильный лоб еще никто не дал. Ну, извините за эмоции, может быть, за упрощение, так сказать. Да, можно сказать, что меня все время жена ругает. Говорит, ты говори, как Валерий Соловей, он все-таки профессор. Ты же, ну, ты же можешь говорить более научно, более... Я говорю, ну, а тогда будет непонятно, как Валерий Соловей может так вот красиво говорить. Я извиняюсь, что я загрубляю, как говорится, упрощаю все эти формулировки, но как по-другому объяснить? Нужно переходить на народный язык. Какова перспектива, вот как вы ее видите, после американских выборов? Ну, вы меня хотите сейчас в роли Господа Бога, который там знает будущее. Я не знаю будущего. Я могу предположить, что все-таки демократы останутся у власти, скорее всего. Они с Путиным будут говорить с позиции языка силы? Вот то, о чем вы говорите. А вот в этом я не уверен. Дело в том, что, понимаете, на Западе образовался класс халявщиков. Этот класс халявщиков образовался, я сейчас везде об этом говорю, извините, может, если я повторяюсь. Класс халявщиков образовался из-за того, что великие державы бросили колониальную систему, оттуда сбежав. И вместо освобождения суверенитета и так далее, эти страны получили упырей, мерзавцев, подлецов, тиранов, кровавых и так далее. И хлынул гигантский многомиллионный поток беженцев, превосходящий по своим масштабам любые миграционные потоки войн, которые были как в древности, так и мировые. Ну, мы с вами знаем, там было 3 великих переселения народа, да, там переселялись народы там, во время монгольского нашествия и так далее и тому подобное. Там Вторая мировая, Первая мировая, великие переселения народа. Вот сейчас идет самое великое переселение народа, потому что освободившиеся в кавычках страны получили супер жесткие диктаторские режимы, людей, которые слезли с Баобаба и тоже, так сказать, сели в кресло президентов и прочих, так сказать, упырей. Вот, поэтому образовался класс халявщиков. Класс халявщиков, он говорит, ребята, нам не нужна помощь Украине, нам не нужна помощь Израилю, нам не нужна помощь Афганистану. Мы хотим эти деньги получать сами. Объяснить им, что это их война, что потом это будет война, перейдет на территорию, что будут погибать люди, миллионы. Они не встанут, они не могут это понять. И им это не дано. Вот. Но они голосуют. И поэтому при всем уважении к демократам и их позиции и прочим, и, конечно, политический истеблишмент понимает всю эту ситуацию, ее трагизм, они вынуждены подлаживаться под голосование определенной серьезные прослойки людей, которые испытывают халявное настроение. Я уж извиняюсь, так говорю вот, простым языком, но это видно. Я еще раз говорю, я не расист совершенно. Мне безразличен цвет кожи, мне безразлично вероисповедание, если оно не идет в разрез с законодательством страны. Вот, какая разница? Вопрос культуры. А вот с культуркой у нас большие проблемы. Когда люди там приходят и говорят, а мы тут хотим закон шариата построить в Великобритании. Ребята, не свалить бы вам куда-нибудь, где они уже построены, где закон шариата? Какого хрена вы оттуда бежали тогда? Вам еще шариат. Вы пришли, скажите спасибо стране, которая вас приютила, и живите по ее законам. И уважайте ее культуру, потому что эта культура, в отличие от вашей, имеет тысячелетнюю историю. А ваша там культура, какая, где ваша культура? Ну, к сожалению, так получилось. Не то, что вы плохие и хуже. Вы, конечно, не второй сорт. Но так получилось, что цивилизационные основы современной мировой культуры, построенной другими странами, другими народами. Так получилось. Эта история, она состоялась. Вот поэтому, когда вот размывается база электоральная вот этими халявными всякими группами, получается очень плохо.
получается очень плохо. И я это вижу по Франции, я это вижу по Германии, я это видел по Бельгии. Ну, может быть, я так в тех странах, где мне доводилось общаться, жить ближе. Я думаю, что эти же процессы, но я точно знаю, что эти процессы идут в Соединенных Штатах Америки. Вот у меня там брат живет, родной брат, вот так получается в семейном связи. Он говорит: Ген, все хорошо, конечно, демократы молодцы. Они там прекрасные лозунги, они там... Только одна, говорит, беда. Ты знаешь, говорит, что народ из штатов, который управляется демократами, бежит в штаты, которые управляются республиканцами. Я говорю: а почему? А потому что порядка там больше. А потому что там четко работает полиция. Потому что там более четко исполняются требования законодательства, которое имеет национальный характер. И люди там чувствуют себя более защищенными. Там более такая вот обстановка, которая, ну, они себя чувствуют большими гражданами, чем в Штатах, где там после вот этого убийства или там смерти Ллойда, вот этого, полицейского, да, которого полицейский сдушил там припадки рвения, вот, там полиция перестала работать. И не только полиция. И я это вижу, и он в Париже встречаемся, разговариваем, он говорит, ну, полицейский говорит, по нашим оценкам 150 тысяч мигрантов занимаются наркотиками. Где? 150 тысяч в Париже, которого, внутри которого живет всего 2,5 миллиона человек. Ну хорошо, там еще большой Париж есть, вот там 5 миллионов человек, но все равно 150 тысяч человек — это круто. Это круто для любого большого города. Это вот мне полиция говорила, ну и по их оценкам, они, конечно, не могут там. Я говорю, а что у вас полиция ничего не делала? Вот что же вы ничего не делаете? Я говорю, там такая страна социальная, демократическая. Вы даже документ не можете на улице спросить. Оскорбляет достоинство французов. Я понимаю, что оскорбляет достоинство французов. Я сколько ездил по дорогам Франции, мне кажется, за полтора или два года, мне кажется, я один раз или два раза видел полицию на дороге. И то там. Они кому-то помогают, что-то обеспечивают и так далее. То есть вот этого нет. Там, чтобы полиция, там, ты не боишься полиции. Наоборот, ты чувствуешь себя более защищенным, когда рядом есть полиция. Вот там такое. Это не то, что в России я там увидел полицейского, перейду на другую сторону, стараюсь вообще его больше не видеть. Потому что он может быть твой враг и самый опасный, так сказать, бандит. Там этого нет. Но тем не менее, вот проблемы существуют сегодня. Размывание... голосующих классом халявщиков. Классом халявщиков, которые там живут на пособиях, династиями живут на пособиях, на каких-то там социальном жилье, не хотят учиться, не хотят работать. Их все устраивает. Они привыкли, они под баобабом жили еще хуже намного, а тут им дали жилье, а тут им дали еще чего-то, а тут им дали возможность учиться, а тут лечат и воспитывают их детей. И что там, зачем работать? Зачем что-то там к чему-то стремиться? Тогда образовался во всем Западе серьезный прослойка, класс вот этот, я его называю халявщиком, который, ну я с ним сталкиваюсь иногда, который говорит: нет, нам еще больше, дайте нам еще больше. Нам этого мало, дайте еще больше. И мы, вот это главное, зачем нам помогать каким-то украинам, зачем нам помогать каким-то там Израилем, нам ничего не надо, вот дайте здесь нам, потому что мы здесь живем, и мы хотим больше. Ну, наверное, я слишком эмоционально излагаю эти мысли, потому что это мешает помощи Украине. Это мешает выработке серьезных решений. Это мешает Рамштайну превратиться в штаб победы, а не в организацию ритуальных приседаний и кивоков. Да, мы дадим вам еще там на миллиард. А мы дадим вам, давайте вот сейчас не два комплекса дадим, а три дадим. А их нужно 30. Ребят, ну, конечно, можно. Три, спасибо, там мы все до сырой земли вам кланяемся. Мы понимаем, что вы отрываете от себя. Но тем не менее, вы же понимаете, что 30 нужно. 30 нужно, а вы нам 3 даете. Конечно, да. Но этим мы заплатим жизнями украинцев, которые окажутся под бомбежкой, как счастливые семьи, как мы приводили с вами по Львову. Вот она была счастливая семья, в один момент она перестала быть. Это величайшая трагедия, личная величайшая трагедия, просто... Еще невозможно ее пережить. Это, за это платится, вот за то, что дают не 30, а 3. Платят жизнями украинские семьи, люди, которые, в общем-то, вчера еще жили счастливо, а сегодня они потеряли все. Поэтому вот, вот эта вот проблема, политические проблемы, проблемы вот, популизма, проблемы
подыгрывание интересов тем слоям, которые там приходят и голосуют для того, чтобы дали больше или пообещали больше, она очень серьезная. И с этим надо что-то делать. С этим надо что-то делать. Потому что идет завоевание, ну, условное завоевание Европой мигрантами. Не только Европа. Идет такое медленное, и да, может даже не очень медленное, быстрое. Наверное, быстрое завоевание мигрантами Европы и превращение политического истеблишмента до известной степени, ну, в заложников вот этой сложившейся ситуации. Но я спрашиваю там, христианский демократ, а сделайте заявление-то. Давайте Путин не признает, давайте то сделаем, давайте. Давайте вот там призовем там поставкам вооружений в Украину, вот там то-то, то-то. Можете сделать? Нет, не можем. А почему? А потому что если мы сейчас сделаем, а мы сейчас не у власти, вот, нам сейчас скажут, а вот вы делали заявление, вы ни черта не сделали, а мы вас не изберем, потому что вы там не делаете. А вот если уж мы придем к власти, вот мы тогда там будем делать. Они придут к власти, дай бог, если придут там через полтора года. Вот поэтому, а сейчас никто не делает. А эти коалиции правящие может сделать? Нет, там некому. У них там не хватает яиц. И вовсе не куриных. Вот, значит, характера не хватает. И получается, что у этих характера не хватает, у этих не хватает решимости, чтобы не испортить, так сказать, избирательный процесс. И вот это вот, все проблемы, они вылезают в то, что Рамштайн прошел, а да, заявлена помощь, и тот, который там в 5-10 раз меньше, чем необходимо. Вот и все. Геннадий Владимирович, благодарю вас за интересную эмоциональную беседу, за то, что находите свое время и возможность делиться своими мыслями с нашими зрителями. Геннадий Вудков, российский оппозиционный политик, полковник ФСБ у відставці, був разом із нами на стрімі. Я традиційно звертаюся до наших глядачів. Будьте активними, чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення. І так само, якщо маєте якісь тематичні питання, озвучуйте їх, будемо обов'язково їх розглядати під час наших наступних розмов.